Добрый день! Сегодня мы едем в город Анталию посмотреть, какой это город. Едем на автобусе. Цена билета от Сиде до города 55 турецких лир. Еду, смотрю в окошко. Все интересно. Тут горы, много-много теплиц. Заезжаем в города, смотрим на здания, машины, крутим, вертим головой туда-сюда. Первый раз в Турции, все в диковинку. Вот уже и автовокзал. Большой автовокзал. Много автобусов приезжает в разные районы Турции, уезжают отсюда. Пройдусь, посмотрю, какой тут автовокзал. Много всяких различных закусочных, продают лаваши, тут же продают одежду, сувениры, туалет на автовокзале. Вход 3 лиры, нужная вещь. Очень много продают сувениров. Хожу, смотрю, на меня сувениры не интересуют. Просто так поглазеть. Сегодня воскресенье, и продуктовый магазин на автовокзале закрыт. Тут бассейн посреди зала. Там золотые рыбки маленькие плавают. Такая крыша. Пальмы. Да вот и я, довольный-предовольный. Посмотрите на меня. Привет вам из Турции. Я за границей в Турции, в городе Анталья на автовокзале. Пока еще ходим по автовокзалу, все снимаем. О, напитки, водички надо купить. Какие на нее цены? Простая вода 4 турецких лиры. Есть много различных газировок, тут и фанта, и пепси-кола, и чего только не пожелаешь. Соки, а тут йогурты или что-то непонятное. Вот она водичка, которую мы пьем постоянно. Вышли на улицу. Тут интересный прикол. Такси стоят с заглушенными двигателями, и водители толкают, вон видите, слева толкает машину до стоянки. Спустились под низ, длинный-длинный тоннель. С правой и с левой стороны такие движущиеся эскалаторы. Так что ли? Движущиеся тротуары. Ну тут встаем и едем. А люди все равно по ним идут. А теперь трамвай. Я подумал, сначала это метро, оказалось нет. Написано трамвай. Сейчас подождем, трамвайчик придет. И сядем, прокатимся на нем. Ни разу не видел такого. Вот он подъехал, прямо как настоящее метро. Интересный трамвайчик. Это не наш, это в другую сторону поехал. А вот мы сели. Приехали на конечную остановку трамвая. Пошли погуляли в парке.
Про парк у меня будет другой ролик. А это конечная остановка. Красивенький, хорошо выглядит. Сейчас он отъедет за стрелку, постоит и через время поедет обратно. Билет на трамвайчик стоит 8 лир. А сейчас просто прогуляюсь по улицам. Можете пройтись вместе со мной и посмотреть, какие тут магазины, какие ходят люди. Вот тут трамвайная линия. Погуляйте вместе со мной.
подошли к огромному торговому центру «Марк Анталья». Про него у меня тоже будет коротенький ролик. А сейчас будет небольшая поездка на автобусе по городу. Ну вот, на автобусе мы проехали по Анталии и сейчас приехали в район Морпорта. Посмотрите, какой вид, какие горы. Правда, немножко плохо их видно. Солнышко садится, они как-то в дымке. Пошли в гости, погостим, а дальше видно будет, куда направимся. А это уже воскресное утро, времени 8:00. Смотрите, какая умная собака. Горит красный сигнал светофора, она стоит. Сейчас мы идем в сторону моря. Про море у меня будет отдельный ролик. Хороший райончик. Такие комплексы жилые. В этих комплексах
есть бассейны. В таком комплексе мы ночевали и вчера еще купались в бассейне. До моря не очень далеко, но минут 10. Пальмы растут, домики красивые. Машин совсем мало. Люди на море идут. Как уже сказал, машин почти нет. Люди, которые идут, идут в сторону моря. А на море будет народу очень много. Сейчас перейдем дорожку, и там уже будет и море. Ну, как я вам уже сказал, море у нас будет в другом ролике. А это мы опять возвращаемся. Уже по той же самой дороге. Горы немного в облаках, жалко. Полностью так их не видно. Тут дорога на Кемер. С левой стороны, около моря, Морпорт. А это уже дело к вечеру. Нагостились в гостях, побыли. Идем на остановку. Ну вот. Такой небольшой обзор у меня по Анталии. Горы красивые. Район хороший. Сейчас дойдем до остановки. Дождемся автобуса и на автовокзал. Остановка. А теперь снова небольшие виды из окна автобуса. Тут огромный, преогромный парк, а мы туда не пошли, ходили в маленький парк. Здесь колесо обозрения такое высокое. Ну, когда-нибудь сходим в него. Просто насыщенный день у нас слишком был. Не успели мы в этот парк сходить. Интересно, выходной день. Но как много в автобусе народа, и вчера в субботу, и сегодня в воскресенье, кто куда едет, и не похоже, что отдыхающие. Гостиниц здесь не видно. Ну вот и все. 2 дня, суббота и воскресенье, провели в Анталии. Сели в автобус. Автобус Анталия, Манавгат. Вот это мы сейчас выезжаем с территории автовокзала. Шлагбаум. Водитель делает отметочку. Сейчас шлагбаум откроется, и мы поедем. Уже смеркается. Сейчас быстро-быстро стемнеет, и поедем в полной темноте. Мы едем до города Сиде. Это где-то 6-8 километров, не доезжая до Манавгата. Да, конечно, Анталия – большущий город, густонаселенный. Ну, а Сиде по сравнению с ним – маленький курортный городишко. Ну, побываем мы еще в Анталии. Сходим и погуляем. Тут много интересных мест. Совсем мало мы успели посмотреть. Есть и огромный океанариум. Огромный парк и еще очень-очень много интересных мест и старый город. Ну ладно, для начала хотя бы и так хорошо.
Ну, а всех, кто посмотрел мой ролик, приглашаю ко мне на канал. Подписывайтесь и смотрите мои ролики. Снимаю много всякого интересного, может кому-то и понравится. На этом заканчиваю. Всем пока-пока.